Збірна України з художньої гімнастики завершила останній етап підготовки до європейських ігор. Сьогодні грації вирушили до Баку, а напередодні команда у змагальному режимі пройшла усі номери програми. Тримайся, глядач, дівчата підготували неперевершені композиції. На європейських іграх програма для гімнасток максимально розширена. Якщо на олімпіадах у цьому виді спорту розігрують два комплекти нагород у багатоборстві серед сеньорок і у групових вправах, то цього разу тільки в особистій першості п'ять видів, окрім багатоборства, визначать найкращих у вправах з м'ячем, булавами, обручем і стрічкою. Ще три комплекти знайдуть своїх володарок у групових вправах – багатоборство, п'ять стрічок і три обручі, дві булави. А ще розклад змагань у Баку, за словами віце-президента Федерації гімнастики України Ірини Дерюгіної, досить незвичний. Ми в цьому залі взагалі вже виступали, знаємо, як би зал этот, Азербайджан дуже серйозно готується до таким соревнованням, у них дуже популярна художня гімнастика. Тим більше, що її патронує жена президента країни, і тому там робляться всі абсолютно умови. Для тренировок и для восстановления спортсменок. Вот. Мы готовимся в более скромных условиях. Вот. У нас, в общем-то, моральный дух, я считаю, на высоком уровне сейчас. Команда, в принципе, в целом готова. Ну, как получится, как там, что произойдет, потому что именно необычный график выступать через день. Это как бы так не очень стандартно. Европейские игры будут проходить впервые, это очень ответственно. То есть неизвестно, будут ли они проходить второй раз, но мы как первооткрыватели, можно сказать, и мы точно войдем в историю как спортсмены. И естественно, хочется получить медали, как любой спортсмен, да, это мечта. Якщо для деяких видів спорту, як, скажімо, стрибків у воду чи плавання, європейські ігри – проміжний старт і етап підготовки до чемпіонату світу, то художня гімнастика у Баку буде представлена найсильнішими. Все сильніше, все традиційно, да, у нас немає різниці. Європа, мир, у нас, по суті, всі країни СНГ борються між собою. Росія, Україна, Білорусь, Азербайджан, проводяща країна. Як завжди, буде війна не на життя, а на смерть. Уверена в цьому, уверена, що всі підійдуть в шикарній формі. Но надо не забывать, что давление о том, что это как Олимпийские игры, да, среди Европы, это будет сказываться, конечно же, на всех. Надо справиться с этим волнением, с этой ответственностью. Попытаемся. Каждый раз вот говорят мне, как ты прошла уже Олимпийские игры, ты прошла уже столько стартов, у тебя уже такой опыт, ты, наверное, уже вообще не боишься. На самом деле нет. Каждый старт – это абсолютно новое ощущение. Какой бы ты опытный ни был, все равно стресс, все равно мандраж, это все присутствует. И поэтому, да, опыт, наверное, в работе с предметом где-то выкрутится, да, это присутствует. Но все, что касается нервов, это каждый раз заново и каждый раз по-новому. Надо пережить. Кажуть, переможні думки – невід'ємні супутники чемпіонів і чемпіонок. Втім, Анна Різадінова певною мірою спростовує цей стереотип. Я вихожу на ковер з мислю, все одно не о победі, а о шикарному виконанні всіх елементів. Думаю о том, що мені треба виконати карточку. Коли вот нас судять по карточці, коли я повністю виконую всі елементи, то і оцінка буде, а там уже буде і медаль. Тобто все залежить тільки від моєго виконання. Окрім першого номера збірної України Ганни Різадінової, у Баку в особистій першості змагатиметься перспективна Елеонора Романова. У команді – досвідчені призерки чемпіонату світу Євгенія Гомон, Лєра Гудим, Олена Дмитраш, Вікторія Мазур, а ще Олександра Грідасова і Анастасія Возняк. У нас дуже сильні групові. Ми сподіваємося, що вони успішно виступять. У нас очень хорошие композиции, очень много было сил, всеми потрачено на подготовку. Аня очень опытная гимнастка, я думаю, что она выдержит борьбу. Вот. А Романова – это наша молодая звездочка, которая, в общем-то, отличается большой стабильностью, отличается, знаете, так и гимнастика более универсальна, которая хорошо работает с предметом, очень чувствует его и очень эффектная. Під час заключного перед від'їздом до Баку тренування абсолютно підтвердилися слова Ганни Різадінової «Готуємося, немов на Олімпіаду». Сама чемпіонка світу приділяла увагу роботі з предметами.
Предмет это, скажем так, не мой конек, но мы попытались усложнить. Я попыталась выучить новый элемент именно с предметом. Мне это сложно дается. Вот на чемпионате Европы я допустила ошибки именно по предмету, но мы как бы не убирали ничего, наоборот, попытались доработать. Посмотрим, что я покажу в Баку, но попытались доработать и даже в некоторых видах еще больше усовершенствовали именно работу предмета. Я смотрю на молодое поколение, в принципе, девчонки это могут выучить за день, за два. Мне это надо стоять делать, ну, с утра до ночи неделю, и как минимум. И после этого я скажу, смогу ли я сделать это или нет. Поэтому предмет сложно дается. Навесні Ганна Різадінова здобула лише срібло чемпіонату Європи у вправі з булавами. Ірина Дерюгіна ускладнила програму лідеру збірної на початку року, тому ідеального виконання досягти не завжди вдавалося. Зараз дійсно програма вийшла рівноцінна. Да. Просто я еще, можно сказать, за эти полгода ни разу не выполнила именно вот на максимум вот все упражнения досконально. То есть мы еще подходим к этому. Ну, любимая, наверное, лента, которая осталась еще с прошлого сезона под музыку «Кармен». Мы там добавили много тоже нового по предмету, но в целом упражнение осталось. Ну, это такая любимая моя композиция. Поэтому я выполняю с огромным удовольствием. Получилась очень удачная композиция. Это, я считаю, стихия вообще Ирины Ивановны Дерюгиной, «Кармен», «Пасодобль». Поэтому она полностью вошла в образ при постановке. Получилось очень удачное упражнение. Я, во-первых, этим занимаюсь с 14 лет своей деятельности. Вот. Я, наверное, единственная гимнастка в мире, которая сама себе ставила упражнения, когда еще выступала. Вот. Во-первых, мне просто это очень нравится. И знаете, это определенный дар, который, в общем-то, со временем развивается, потому что я тоже много шишек наломала. Ну, все-таки 8 олимпийских циклов пройти. Все было, были удачи, были неудачи. Пока я пришла тоже к какому-то балансу, вот. Но у нас же еще все время меняются правила, и в этих изменениях правил нужно, необходимо найти то, ну, тут свою линию, которую я веду через все правила. Понимаете, вот в моем понимании художественная гимнастика – это гармония. Мы отличаемся во всем мире от всех, понимаете. На нас никто не похож. И даже подражать не могут, потому что у нас, я бы сказала, не легкий путь, у нас более сложный путь поиска композиции, поиска выражения. И мы пытаемся, в общем-то, мы не можем, там, знаете, как говорится, массой давить, у нас залов нет. Мы выбираем тех девушек, которые, в общем-то, могут потом донести и выдержать всю работу. Знаходити мотивацію, аби працювати над справою життя, дедалі важче. Ірина Дерюгіна сподівається на краще, хоч і розуміє складність поточного моменту. Сьогодні пріоритет, звісно, війна в країні, а спортсмени, в общем-то, ушли на далекий план, хотя, в общем-то, будем говорить, частично пытаются делать для спортсменов, ну, хотя бы, чтобы сборные там выезжали на соревнования. Это пытается министерство нам помогать, сохранять, в общем-то, нашу подготовку. Ну, конечно, с теми мизерными зарплатами, которые сегодня всем выплачиваются, это очень сложно. Это очень сложно удержать всех на Украине. Поэтому мы благодарны нашим детям, которые трудятся на Украину, представляют лицо нашей страны. И хочется, может быть, когда-нибудь к спорту будет больше внимания, больше уважения, ну хотя бы к той маленькой части национальной сборной, которая представляет страну. Руслан Звірін, Андрій Ніконов, телеканал «Київ».